have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы продолжаем находиться в мире Stray. Я только что загрузился, оказался в квартире, на всякий случай подрал там опять двери, развалял книжки, расцарапал ковер, все дела, но основные вещи, как диалоги и записки, у нас уже подобраны, мы обо всем уже поговорили. Разбиваем горшки, ничего не могу с этим поделать. У меня лапки. Попробуем съездить на этом лифте. Нам вон туда. Оно же нас туда не довезет, да? Оно просто нас перевезет на соседнюю крышу. Но с другой стороны, мы сможем, наверное, как-то добраться, допрыгать, я надеюсь. А сюда я смогу потом вернуться? Смогу. Тут кондиционер есть. И тут тоже. Можно сюда. А, могу и допрыгнуть? Хорошо. Так, давайте вспоминать, что у нас было. У нас есть мелодия. Ну, мы нашли ноты. Скорее всего, нам нужно отнести роботу-музыканту. Также нам нужно находить воспоминания. Что у нас по воспоминаниям, кстати? 1, 2, забываю. Раз, два, три. Это у нас есть. 4, есть 5. Короче, на этой локации есть еще 5 музыкальных произведений. Ой, не музыкальных, воспоминаний. Что-то я на музыку пересел. Это вот как раз лифт. Но он одноразовый. Мне бы сюда, наоборот, дойти. О, тут можно. Или просто когти поточить. Наверное, просто когти поточить. Что это за звук за дверью? Наверное, почудилось. Нет, не почудилось. Я практически уверен, что нет. Как бы нам туда попасть? О, взять ноты. 2 из 8. Погоди. Мне их собрать надо? Фига себе, так-то это сложно. Получается, что мелодия это не просто одни ноты. Это прям... Оп, сюда. Так они же рандомно могут находиться вообще где угодно. Вы чё? Это же импосибру. Не, ну так-то, да, нужно сунуть нос вообще куда угодно, но все же. Я потом запрыгну, вроде запрыгну. Я знаю, знаю, сейчас мы туда зайдем, мне просто интересно поосматривать, куда у нас есть проходы. Я могу туда. Не знаю зачем. Но надо. Сюда и сюда. Ух ты! Запомнить. Похоже, этот бедолага тоже хотел подняться на верхний уровень. Да, я помню. Там наверху, вдали от мусора и болезни трущоб, находится Мидтаун. Даже в тяжелые времена люди не могли не разделять себя на социальные классы. В то время многие жители трущоб были готовы на все, чтобы перебраться туда. По-видимому, роботы скопировали это поведение. А это воспоминания. Отлично. 3 из 7. Ну вот, видите, говорят, любопытство кошку убило. Тут нужно исследовать абсолютно все. Абсолютно все. И то я уверен, что я пропущу некоторые вещи.
куда это ведет? А что это? А зачем это? Сюда я наверх никак не могу забрать. Оп. Ладно, будем потихонечку исследовать. Ну, туда, на ту крышу, по-другому никак и не попадешь. Только вот таким вот путем. Если ты не умеешь летать, правда. То есть у нас есть очевидные вещи, а есть... Ох, какие неочевидные. Ну, ладно. Это логично. Ноты? Нет, нот. Семь хаос и беспредел. Можно прятаться под кроватью или не прятаться? Просто запрыгивать туда. Я не знаю, будет ли у нас тут элемент стелса. Ну и вообще, на какой волне потом выйдет вся эта игра. Пока что тут и кшони был, и загадочки, и все, что хочешь. Это явно то, что мне надо. Записная книжка аутсайдера. На ней тоже логотип, что и на той, которую нам подарил Момо. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем. С верхним уровнем до того, как приемопередатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Мидтаун. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жесткой власти. Я недавно говорила с Момо. Его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдет с нами. Давайте найдем другие записные книжки. Это уже мне этот говорит. Так, мне еще две надо найти, да, получается? Еще две. Книжка Момо и книжка Клементины. Вот эта вот грустная мордочка. Мне нужно еще две таких книги. Хорошо. Ноты 1.8, 2.8. Блин, если мне их еще 6 надо найти... Это жестко. Ну, это же просто листочек бумаги в хаосе мировом. Это же... Ну, это сложно. Оп, там что-то есть, там что-то есть. Хе, вот, видите, ноты. Я вот запросто мог их сейчас пропустить. Вы что, вы издеваетесь? Одни лежали просто на столе, одни лежали... Причем оно не сразу даже проявилось. Вы видели, сколько я тут ходил по этой кровати, прежде чем они проявились? Блин, еще 5. Ну, я понимаю, что оно таким кружочком подсвечивается, но все равно. Хорошо. Куда мы отсюда двинем? Куда мы можем отсюда двинуть так, чтобы интересно было? Ай, не ушибся, дружище? А тут у нас ничего? Видимо, ничего. Вон там я был. Вон туда наверх я ходил. Это туда я приехал на ведерке. Сюда... А сюда я не допрыгну. Ну, по крайней мере, отсюда я могу, конечно. Можно туда опять поехать? Давайте глянем. Сюда, на это не могу перепрыгнуть. Настоящий кот, наверное, смог бы. Ну-ка.
чтобы попросить помощи. Думаю, что аутсайдеры живут в верхних квартирах. На этих низких улочках мы ничего не найдем. И что ты предлагаешь нам наоборот сюда? Что-то ничего не найдем. Ох, очень сомнительно. Растения от Неко растут в темноте. Чтобы наслаждаться природой, солнце не нужно. Блин, у меня аж в глазах посветлело. Да, ну давайте шариться. Так, что там? Миниальщик, прачечная, суперспринт, дизайнер... Дизайнер, бабушка. Программист Элиот. Да, я могу вот так сделать, кстати. Оп, я на крыше. Это... А, это те ребята, которым я помог уронить баночку. Ладно, пойдем все-таки вниз. Мячик. Оп, оп. А, ну оп. Поехали знакомиться. Это немного похож на Зурка, по крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но это... Но не позволяй себя одурачить. Эти штуки прогрызают металл. Они ужасны. Так, ну-ка. Это очень странный код. Только Гикс может его прочитать. О, да, все знают этот символ. Это аутсайдеры. Не живут на верхних этажах района. Об этом ты можешь спросить, поговорить с Момо. Я понял, значит, мне как-то вверх нужно будет. Так, ноты, все дела. Насчет нот... Потом посмотрим. Ну-ка... Да тут весело, я его смотрю. Сначала пойду пошарюсь по верхним этажам. Запомнить. Они действительно это потребляют? Их первоначальный дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, подражая людям? Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показаться неуважительным к их обычаям. И это еще одно воспоминание. Надо и задрать тут все. Тут где-то, может, тоже ноты будут. Давайте пошаримся. Видите, ноты. Пятый со семи. О, вот с этим можно поговорить. Давай на равных будем разговаривать. Это газета от роботов, живущих наверху, на уровне 2. Ей уже несколько лет. Но это, но это хоть что-то, что можно почитать. Это очень, да, только настоящий гик. Так вот, блин, я ищу гика. Да, все знают символ, это вот сайтеры. Да. Ясно, ясно, ясно. Стой, я уверен, за это есть ачивка. Как нет? Нет, погодите. А, серьезно? Вы хотели, чтобы я битком забил все? Давай, красный или оранжевый? Оранжевый. И красный. Да. Нет, ну это было бы, по-моему, слишком. Если бы... Ну, то есть я мог лапами трогать только биток. Вы хотели, чтобы я битком все это забил? Это же им по сибру. Все мячики разлетелись, ачивки не дали. Значит, ачивка была все-таки за настоящую игру. Так, ладно. Тут на втором столе вроде ничего нету. На первом бутылки. Ноты собрали. Стойте.
Воспоминания есть, ноты есть, а вот это к чему? Ясно. Пойдем. Пойдем знакомиться, разговаривать. Ну-ка. И ты чего-то хотел, Билли? Вот это хотел. Настоящий гик. Значит, ты не настоящий гик. Где мне гик-то найти? Вы чё? Я как истинный кот буду ходить по столу. Так, познакомиться. Знаете, чем я могу тебе помочь? Ты ж бармен, ты знаешь всех. Ясно. Аутсайдеры. Да-да-да-да-да. Понятно. Аутсайдеры, Момо. Даффербар. Опа, стоп. Ага. 1, 2, 83. Оу, лав равно 7. Что? 1, 2, 83. Это к чему? Он сдал во Франции. Пока что не знаю, к чему. Как насчет выпить? Ясно. Один, два, 83. Погодите, я где-то какой-то сейф пропустил или что? Видели там шарики внутри? Я пока ничего такого не вижу. Хорошо, пойдем дальше. Возможно, мне, кстати, напоминают о том, что... О, а ты кто? Джейкоб, лучший работник месяца сентябрь 27-го года. Ну, я рад за Джейкоба. Зло у вас тут такое прикольное. Так. Как бы не забыть потом. 1, 2, 83. Ладно. Пойдем на выход. Итак. Тут у нас закрыто. С этим мы поговорили. Так, меняльщик, прачечная, дизайнер, бабушка, программист Эллиот. Перевести. Программист Эллиот, стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Погодите, программист, это не то, что... Это что, что нам нужно, да? Ладно, хорошо. Перевести. Нас перепрограммировали быть роботами, но уже 2 544 876 556 дней у нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада. Момо. Блин, надо будет потом посчитать, сколько это. Ну что, звучит как очень много. Тебе нужен Эллиот? Он вот там.
Очень странно, да, настоящий гик, я тебя понял, спасибо. То есть Нестор у нас просто следит за дверью? Нестор как-то... Минус уши. Хорошо. Что у нас тут еще интересненького есть? О! Ноты. Отлично. Это я переводил, это я смотрел. Опа, а наверху что? А наверху удобно. Вот что наверху. Блин, я бы тут спал. Сколько у нас нот? Раз, два, шесть, три, пять, шесть. Ага, четвертый не хватает, седьмой, восьмой. Сохранение прошло, что-то важное. Блин, музыка тут просто офигенная. Чувак, извини, я сначала устрою тебе погром, возможно, поточу когти об твои стены. Это дерево, настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое процветает без солнечного света. А органической жизни нужны... органической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Отлично, у нас осталось два воспоминания. Это круто. Я открыл себе то ли окно, то ли шорткат. О! Нет, погоди. Кью, это мы сейчас ковер будем рвать. Да, давай. Я думал, Кью поиграть с баночкой. Так, дружище, слушай. Мне тут надо... Сначала и задрать у тебя все. Хорошо. Итак, воспоминания мы почти собрали. С нотами тоже есть неплохое продвижение. Давай-ка поехали. Да, чем могу помочь? Мне вот это нужно. Хорошо, я прочитаю этот двоичный код. Секунду. Мне нужно откалибровать мои линзы. Готово. Это означает бар дюфе. Странно, что значит... кто назначит встречу с помощью двоичного кода? Бар дюфе, это что, что, где мы были, да? О, да, все здесь знают этот символ. Это аутсайдеры, так, поэтому ты... Момо. Что ты про ноты скажешь? Вот, к сожалению, не умею играть в музыкальных инструментах. Да, я понял. Он очень... Ну, в принципе, да, он очень быстро. А зачем мне сюда? Угу. Чем могу помочь? То есть просто разговаривать он не хочет, он просто программирует. Бар дюфер. Кстати, а как... как такового у нас... нет, погоди. Воспоминания. Хорошо. Бар туда, это мне показывают. Супер. Оп. Ачивка катапульта. Катапульт. Если что, так. Ты у нас бар дюфер? Ну да, дюфер, бар, вот. Но здесь я нашел 1, 2, 83. А что дальше-то? А я могу это еще и вообще выкинуть эту... Бар дюфер. Так, хорошо, может я смогу поговорить? Это здесь новенький, чем я могу помочь? Так, ну, вряд ли. А что с этим
пьяница, не так. Сменить музыку. Чё-то хотел. А, теперь я запутался, извините, потому что... Джейкоб, лучший работник. Итак, ну, похож на Зурка, да-да-да-да-да, ужасный. Пойдем тогда посмотрим, что еще мы сможем здесь найти. Бумажечку-то мы разгадали. Она ведет нас в бар. Можно потереться. С тобой все происходят странные вещи, приятель. Я боюсь уходить из поселка, это слишком опасно. Кроме того, только хранитель может открыть эту дверь. Так, ну-ка. Оставил это на улице, а на следующий день зурки сожрали целиком и полностью. С ума сойти, они могут все съесть. Ясно. Так, это дверь, которая... через которую выходить нельзя. У меня пока просто нет даже намека, на что тот код может быть, который я нашел за картиной. Это же явно был секрет. Но к чему и зачем? Так, хорошо. Пойдем дальше посмотрим. Вот с этим мы еще не говорили. Отглюч, пожалуйста. Бабушка смешала, сшила мне эту одежду. Довольно стильно, не так ли? Так ли? А с тобой нельзя поговорить? Странно, только отсюда. Ладно, ты чего-то хотел? Очень странный двоичный код. Ясно, понятно. То есть можно почитать, можно... Символы разные. Это вот ты бабушка у нас, да? Дизайнер бабушка. Ну, пусть будет бабушка. Я что, против, что ли? Сейчас мы к ней подойдем. Я хочу тут просто глянуть. Через меня перецепился. Значит, если сегодня это вчерашнее завтра, то завтра будет вчерашнее сегодня, так? Время странная штука. Мы не стареем, это как наши предки из крови и плоти. Мы застряли здесь навсегда. Погоди, а что если... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А вот это не хочешь посмотреть? О, да, все знают, ясно. Момо, момо, момо. Он телек смотрит. Ну, нормально. Так, дизайнер бабушка. Итак, я очень люблю вязать. Я уже связал шарфов на 769 километров, так, чтобы занять время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь, но найти подходящий материал здесь нелегко. То есть, можно сделать пончо для котика? Извините, что? Я хочу. Я уже хочу это сделать. Так, здесь мы разобрались. А, я могу бегать? Да, точно, я могу бегать. Что-то я забыл про это. Супер. Город-то на самом деле не маленький. Ну, город, относительно город, конечно. Так, а ты у нас... А, минуточку, ноты. Ну, здравствуй, чего ты хочешь на этот раз? Это ноты, прекрасная работа очень известного музыканта. Все будет стоить одну банку энергетического напитка, не меньше. Да? Электрический кабель. Это деревянная реликвия, зелистый талант наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетика, не меньше. То есть ноты, кабель. Лучшие на рынке. Обменяю на моющее средство Супер Спирит. А где? А как? Мне все это нужно, вы чё? Взгляни на сокровища, скрытые в мусоре, подарки с небес или откуда-то еще. Угу, подарки с небес. Пройти туда не могу.
А как мне переносить, собственно, материал, если их найду? Мне повезло, что у нас есть предметы, которые помогают защитить от зурков. Трущобы тают себе немало угроз, под которых самое важное. Я с ним, по-моему, уже говорил в прошлый раз, да? То есть тут есть и ноты, которые мне нужны, и, скорее всего, воспоминания, которые мне нужно. И кабели, которые... Угу. Хорошо, до сих пор вопрос, откуда все это взять? Люди, вы мне не расскажете? Ты потерялся, тебе что-нибудь нужно? Ну, как бы... Да. С вами всем я уже разговаривал. Давайте я вам еще раз ковер тут подеру. Хорошо. Проверка на то, что лежит сверху. Но сверху ничего не лежит. Так. Хорошо, мне предлагают как-то что-то забираться выше. Вон там я был. Возможно, вон туда мне надо. Давайте смотреть. А еще у меня появилось ощущение, что я топчусь на месте. Этот парень снова смывает краску. Вот и очиститель пригодился. Кстати. Я опять чищу крыльцо своего магазина. Хватит играть прямо над моим магазином, неуклюже ты негодяй. Точно, мы что-то сделали в прошлый раз, значит тут музыка заиграла, значит в правильном месте. Так, ну что тут? Тут же должны быть, ну не знаю, ну не то чтобы энергетики, а ну вот... Подождите, ну я ж тут не просто так. Тут должно быть что-то. Я ничего не вижу. Робот Ойл. О, тут шарики. Но я не могу их даже сдвинуть. Прыгни, пожалуйста. Это очень странно, потому что, ну, для того, чтобы сюда попасть, мне нужно было, чтобы они уронили краску, чтобы то-то, сё-то, но... Ну, я тут ничего не вижу. А, вот, супер спирит есть. А как ты его взял, извини? Что это было? Хорошо, это мы тут моющее средство достали. Вот опять же, совсем не очевидно. Ну ладно. Он там хотел супер спирит за что? За что-то хотел. И еще надо где-то 3 банки энергетика. Уж я не знаю, как они выглядят и как их подбирать. Да, иногда вещи проявляются здесь... Вот тут супер спирит написано огромной буквой. Но вещи проявляются здесь очень неочевидно. Поехали, отдадим ему эту штуку. Зачем ему, правда, супер спирит? Ну ладно, это уже его дело. Что нужно было? Вот это? Что-то хотел, электрических кабелей. Лучше обменяющие средства. Да. Показать предмет. Супер спирит. Вот, держи. Получен новый предмет. Супер. Значит, ноты и искусство. Мне нужны банки энергетика. Хорошо. Пойдем пока что к бабушке. Она нам из кабелей должна сделать пончо. Она обещала. Не сюда. Кошачий дрифт. Может, я как-то могу найти эти банки? Черт его, не знаю, посмотрим. Здравствуй, малыш. Принес электрический кабель. Показать. Благодарю, мой дорогой. Я немедленно приступлю к работе. А, мне можно сразу на месте его получить. Получен новый предмет. Держи, малыш. Оно тебе отлично подойдет. Пончо. Показать.
Выглядит очень теплым, идеально для замерзшего робота. Осмотреть. Для замерзшего робота. Погоди. Замерзший робот, замерзший. Кто у нас? Вот они в пончо сидят, видите? Шил мне эту одежду довольно стильно, не так ли? Замерзший робот. А кто у нас был замерзшим? Эти... Стоп, что? А, тебе тоже об ногу потереться можно. Да, я кнопки путаю. Кью. Классно. А замерзшего я видел вроде как... Тебе не холодно, тебе... Он тоже в пончо, ему не холодно. Музыкант, давайте я с ним поговорю. Песен показать. Первую. Petit Vals. Звучит круто. Вот, смотри. Мне нравится. Так, ну пошло по кругу, хорошо. Просыпаемся. А я могу теперь с тобой поговорить? Нет. Это третий пакет, который я нашел. Сними его, пожалуйста. Спасибо. Это тупо, но я продолжаю это делать. Ладно. Если канализация закрыта, большое количество дат, это мы читали. Так. Точно, это же был... Ой, блин, а почему я его не записал-то? Стойте секунду, ребят. Знаете, самое смешное, что эта записка была с сейфа. Я почему-то думал, что она какая-то сюжетная. Так, 1, 2, 83, ну-ка, 1, 2, 83. Я что-то получил. А что я получил? Ноты 2. Кстати, ноты-то мы отдали. Давайте ноты 2 отдадим. Пусть она их играет. Спасибо за мелодию. Буду практиковаться. Может, можешь найти еще, показать предмет ноты 2. Баллада об одиноком роботе. Думаю, я могу сыграть. Смотри. А что в сейфе-то было? То есть, серьезно? Там какая-то записка? Он очень сильно светится. Я не знаю, зачем я его открыл. Что это такая серия? Я почему-то с самого начала серии думал, что это записка с расшифровкой, она какая-то сюжетная. Я совсем забыл, что эту же записку мы сняли с сейфа. Я такой еще нашел код. Где бы сейф найти? Ой, вот это глупости, да? Так, ты сыграла? Хорошо, молодец. Спасибо за мелодию. Можешь найти еще? Да, могу. 6, 5, 3. Вот давай следующую вот эту. Без названия. Это мелодия ровно 44 ноты.
Это очень странная мелодия. Я, честно, тогда не понял, зачем, что я открыл. Тут светло, но... Воспоминаний каких-то новых у меня не появилось. Кстати, их всего два осталось. Одно, скорее всего, продается, и одно это... Так, пончо... Ну да, пончо, это нам нужно будет найти кого-то замерзшего. Я примерно представляю, что нам нужно. Давай следующую мелодию. Значит, четвертой у нас нету. Есть восьмая, пятая и шестая. Четвертая и седьмая нам не хватает. Давай пятую. Завтра будет завтра. Звучит круто, вот смотри. Напитки! Вот где взять брать напитки. Мне нужно автоматы искать. Спасибо, понял. Могу забраться. Мелодия, кстати, классная, мне нравится. Пойдем за напиток. Купим. Что мы там могли купить за напиток? Одно или два? Погоди. Трачиваемый трасс, реликвия, да-да-да, стоит три банки. Три банки энергетосов. Да, ноты прекрасной работы с очень известного музыканта. Будет стоить одну банку энергетика. На, забирай. Вот, держи. Ноты 4. Отлично. Нам теперь только седьмых не хватает. И сюда три банки энергетика надо. Хорошо, понял. Надо их найти обязательно. Теперь смотрим за автоматами. Автоматы должны быть полные. Видите, эти пустые. А этот автомат, в нем еще есть напитки. Возможно, он будет другого цвета, возможно, будет такого же цвета. Так, музыка. Да, смогу. Держи 4. Вечер вычислений. О, это хорошая песня, только послушай. Давай. Я пока тут помотаюсь немножко еще. А реально хорошо звучит. Так, мы можем сюда. Ничего, такая у нас музыкальная серия сегодня, нормально. Надо быть повнимательнее. Надо быть повнимательнее. Прикольно. Давай дальше. У нас там осталось сколько? Парочка. Думаешь, что сможешь? Да, смогу. Так, 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 так. А, шестая есть и восьмая. Нам не хватает седьмой. Поехали показать предмет. Пора выпустить пар. Думаю, я могу это сыграть. Смотри. Классная мелодия. Чуть-чуть с японским мотивом, ну понятно, это все-таки вот эти иероглифы, хотя на самом деле это не факт, что японские иероглифы. Почему тут предупреждение о котах постоянно?
Классно, мне понравилось. Приятная музыка. Так, да, у меня есть еще вот это. Нечитаемые ноты. Не очень читаемо, но могу попробовать. Нечитаемые ноты, не очень читаемо. И ничего не можем сделать. Нет, стой, стой, стой. Это мы уже вроде видели, да, в прошлый раз? Это было одно из первых воспоминаний, которые мы видели. Зря наверх лезу. Мне нужно отдать пончо теплое. А это, кстати, где? Я тут был? Не уверен. О, смотрите! Еще один значок аутсайдеров. Или мне кажется? Явно не кажется. Так. Кью. Перевести. Электроснабжение, вентиляции. Я понял. Это, видимо, мне нужно было выключить вентиляцию, чтобы туда попасть. А. Еще одно местечко. Ну что ж, ребят, тогда предлагаю на этом закончить и пойдем исследовать третье убежище уже позже. Я абсолютно случайно сейчас нашел. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.